Баннеры, установленные в неположенном месте, незаконные постройки и торговые точки. Такие нарушения во время рейда в Якутске выявили члены административной комиссии. Участие в проверке приняли сотрудники комиссии из 27 районов и городов Якутии в рамках практического семинара. В основном во время рейда выявляли нарушения правил благоустройства. В одном из продуктовых магазинов города сняли рекламный баннер. Согласно кодексу, информационная конструкция была установлена в неположенном месте. Также участники рейда обнаружили незаконные постройки и торговые точки. Захламление мусором и его несвоевременный вывоз тоже привлекли внимание. По всем нарушениям возбуждены административные дела, которые будут доведены до ответственных лиц. Целью наших мероприятий сегодня было показать практику применения кодекса об административном правонарушении Республики Саха-Якутия, как работает административная комиссия, поделиться нашим опытом и уже чтобы районы применяли нашу практику в последующей своей дальнейшей работе.